Просто красавцы, посмотрите. Ароматные, хрустящие, в меру соленые, в меру острые огурчики. Вкус похож на огурчики по-корейски. Ну как, слюнки потекли? Такую вкусноту, да с молодой картошечкой. Тогда бегите за огурчиками, вооружайтесь специями и вперед, вперед. Сразу делайте двойную порцию, а то даже и тройную. Варите картошечку, зовите всех к столу, будет объедение. Праздник животика! Друзья, всем огромный привет! Сейчас самое время для малосольных огурчиков. Огурчики получаются очень необычные, очень вкусные. Кому интересно, оставайтесь со мной и будем вместе готовить огурчики по-корейски. Берем вот такие небольшие маленькие огурчики, молоденькие совсем, да? Очень хорошо моем от грязи. Лучше брать огурчики вот такие пупырчатые, отрезаем у них кончики. У всех огурцов резать мы их не будем, просто отрезаем кончики. Вот так, у всех огурцов. Здесь у меня примерно где-то 800 грамм. Все, огурчики у меня подготовлены. Огурчики сложила в пакет. К огурцам добавляю чайную ложку соли, пол чайной ложки паприки, добавляем куркуму, молотый кориандр, 20 грамм порезанного чеснока, это где-то примерно полголовки. Небольшой пучок укропа мелко режем. Теперь укладываем укроп в пакет к огурчикам. Сейчас я пакет завяжу. Пакет я завязала. Теперь нужно его потрясти хорошенько. Огурцы оставляем при комнатной температуре на 12 часов. Если в холодильнике, то на сутки. Встретимся через сутки.